Не бойтесь просить у Бога прощения. Не бойтесь к Нему свой взор поднимать. Не бойтесь Ему открывать свое сердце. Прости, Боже мой, я погряз во грехах. Когда вы споткнулись, а может, упали, не бойтесь Его вам помочь попросить. Ведь Он никогда вам зла не желает. Но дьявола цель — вас украсть, погубить, отнять у вас святость, обманом расстроить и много сомнений в душу вселить, что Бог не простит, что больше не любит, узнав, сколько раз мы способны грешить. Не думайте, Бог постепенно отходит, когда ваше сердце погрязло во зле. Не думайте, Он вдалеке просто смотрит, когда искушение сильнее людей. Не думайте, Бог вас оставил, когда вы не можете грех победить. Не думайте, Бог перестал быть любовью и стыдно у Бога прощения просить. Ведь Он наш Отец, а мы Его дети, и крест на Голгофе всегда там стоит. И кровь пролилась, и грех да не сможет ту жертву любви просто взять, уценить. Голгофа свершилась, грехи прощены. Господь приобрел нам с собою спасение. О, человек, когда ты согрешил, не бойся просить у Бога прощения.